Ну что, ребят, всем раз привет. А, нет, давай так сделаем. По-хорошему будет. Вот так вот сделать. А почему тьма так высоко добралась? Интересно. Ух, ебать. Ну что, ребят, всем раз их приветствую. Мы продолжаем проходить Hellblade, собственно, да? Синуа Сага, что такое называется, да? Или как он там, блядь, не помню. Короче, собственно, что? Остались мы с вами здесь, как я знаю, да? Игра короткая, посмотрел, да, вот недавно посмотрел, ну, вчера, грубо говоря, посмотрел, сколько проходит, она проходит от 6 до 8 часов. То есть, получается, мы ближе уже где-то к финалу, как мне кажется. Если так посчитать, по крайней мере, да? Вот. Интересно, какой будет финал. Интересно, вообще, здесь одна концовка, две, три. Ну, еще, по идее, должна быть одна. Вот, и... В финале я скажу свое мнение об этой игре. Собственно, Саша Пудовин, надевайте плитик, обязательно прям пиздит куш, прям чипитик в пить или пить воды, при этом просмотра. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, давай-ка для начала мы с тобой здесь остановились, да? Давай. Эй, блядь, а че он так медленно бегает, нахуй? Алло, мать. Давай-ка мы с тобой вон туда сгоняем. В прошлую серию, если ты не видел, ссылка в описании на плейлист находится, да? В верхнем правом углу находится подсказка на прошлую серию и на плейлист тоже. В прошлую серию мы с вами победили босса. Нахуй, а вот тут камушки, да, послушаем. Да. Ну смотри, мы как я как больше половин собрал вроде, да, где-то все это профигачил, короче, прослушал, блядь, а какие-то видишь внизу там вообще не прослушал, блядь, такое. Послушаем. Все говорят, что однажды мир уберет конец, они называют это Рагнарок, судьба богов. Сначала ступит суровая зима, которая продлится 3 года. Потом все люди ополчатся друг на друга. Братья будут биться друг с другом насмерть. Все позабудут, что связаны друг с другом родственными узами. Трудные будут времена, ужасными будут преступления. То будет эпоха топоров и мечей. Ветер будет свободно гулять по заброшенным залам. Там, где раньше играли дети, будут вратить волки. Мир обратится в руине. Такое, блядь, честно говоря. Погнали с тобой наверх сгоняем, посмотрим. Блядь, я хочу наверх идти. Надо эти камушки, как я понял, собирать, потому что я вчера посмотрел, когда вот, да, снимал серию, как раз посмотрел. Какие-то там есть, какие-то эти камни, как они называются? Очарованные или какие-то такие, или... Драгоценные камни, вот, может, они и есть, может, их нужно специально для чего-то там собирать. Давай с тобой посмотрим, собственно, да. Так, это нам туда не надо, мне нужно... Я хочу посмотреть все, ебать. Я вроде так пытался, да, в виде камня собирать, где мог. Может, разработчики настолько спрятали камни, что там вообще жесть. Что, типа, нужно знать, где они стоят. Не знаю, честно говоря, не знаю. Вот, что могу еще сказать, собственно? Да ничего, ёпта, блядь. А, ёпта, смотри. А, ну мы тут мост собираем, да? У него получилось. Надо первую половину моста, я понял. Хорошо. Хорошо, здесь мы нашли камень, хорошо. Допустим, но только мне вот смущает то, что вот я дерусь, да, типа с боссом, побеждаю, а вот тьма все выше поднимается. Что за бред вообще, что за бред? Долбоёб, здорово, нахуй. Здорово, ёпта, бан нахуй. Давай! На, ёпта! Ух, ебать, мальчики, а чё у вас так? А чё у вас так? Ебать вас! А чё у вас так? Блядь, ну это пизда! Отдай мне, долбоёб, выйти-то, блядь! А можно? О, блядь, всё нахуй. Пизду. Блядь, можно? Выйду, пожалуйста, блядь. Да иди на! Блядь, да хуя что-то нет, блядь, ребята, вам не показалось, что вас много слишком, блядь? Ба, долбоеба нахуй. Ну нахуй, пососешь ты.
Вставай, вставай, мать, вставай, 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 блядь! Встань нахуй. Давай, давай. Дай долбоёб ты нахуй, иди в пизду, блядь. Вставай, мать, вставай. Встань! Блядь, я проебал! Бля, их слишком много, нет? Вам не показалось ли? Ну вот, тьма... А, чё, блядь, слышь? Смотри. Тьма ниже стала. Кого, блядь? Ну ладно, допустим. Ну, мост так не починен, понятно. Нужно, блядь, заново. Ну, я понял. О, бля, бред ёбаный, конечно, пиздец. Ладно, 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 ладно. Сейчас, сейчас быстренько разъебем. Хорошо, три раза... Блядь. Что? Три раза всего лишь проиграл. Ну, бои, да? Три боя всего лишь проиграл за всю игру. За всю. Много ли это мало? Ну, наверное, так, средний, наверное. Хотя, я думаю, средний будет... Сколько? Ну, тут, да, наверное, средний 3 боя. 3-4 боя проиграть, это средний, в принципе. Вот, и то я один проиграл в начале сам, второй проиграл прошлому боссу, и третий сейчас. Что, не уёбки, блядь? Заебали нахуй, блядь! А чё их так много-то, ёпты? Что, виноват потом, что их так много, блядь? Не успел даже переключаться, блядь, между ними, блядь. Хорошо, все, let's go, давай. Поехали, блядь. Давайте, чел, я вас разъебу сейчас быстренько, как нехуй. Давай, тузигрелка, давай, выходи, блядь. Поехали, долбоебик, нахуй. На, еблан, блядь. Бан нахуй. Сука, еблан, блядь, ебучий нахуй. Блядь, я забыл этого еблана нахуй. Давай вот так вот нахуй. Блять, их слишком много, ребят. Их слишком много. Блять, их слишком много. Их слишком много. Их слишком много, повторяю. Так. По одному, блять. Так, дай мне того. Там... Блять, да ты... Сука, ты ебланище, блять. Стой нахуй! На ноги! Иди нахуй. Тварь ебаная. Бля, ну это пиздец, ребят. Это просто... Это пизда просто ебучая. Это просто... Они нас зажимают. Как мне выиграть их, долбоёб? Ну я реально хуй его знает. Вот, теперь выше стал, я не спорю, все. Четыре боя проиграл. Четыре, блядь, ебаных, блядь. Как мне... Вот как я должен, блядь, там этот долбоёб? Ладно, окей. Я понял, короче, окей, я понял, хорошо. Подожди, может быть на геймпаде проще играть? Хуй его знает уже, блядь. Охуенно, на геймпаде поиграл, спасибо, блядь. Папаша, блядь. На геймпаде пиздато поиграл, блядь. Давай, залупа ебаная. Так, хорошо. Как бежать-то, блядь? Вот бежать. Не-не, ебать, не проще. Ладно, похуй, значит, на клаве разъебу их. Ребят, я на клаве с мышкой играю, реально. На клавиатуре с мышкой играю, просто, блядь, их так их разъебываю. Это здесь что, максимальная сложность. Бля, ну здесь просто проебать всю игру, ну такое, нахуй, если честно. Такое себе. Ладно, сейчас мы их выиграем, не парься. Четыре боя всего лишь поиграли, ладно, ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. Они просто меня зажимают, и все. Ну, этих маленьких нужно разъебать, потому вот этого, блядь, с топорами ебучего долбоеба надо разъебывать, и все.
Да, да, у него получилось. Так, перед этим, что мы делаем? Дрочим? Ой. Ну давай, блядь, let's go. Разъебу их. Давай, ебан. Погнали нахуй, ебланище, блядь. Ишь, пизду. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Идем, уходим на середину. Не на нем. Блять, иди нахуй. Бля, их слишком дохуя, ребят. Их слишком много. Вот этот долбоеб. Вот этот долбоеб особенно, блядь, не бесит. Давай, встань, блядь! Сука, ебучая, встань. Я блокер. Долбоеб, нахуй. Все, погнали, их по одному разъебывать быстренько, блядь. Ну, хотя бы так. Давай, давай, еблан. Давай, давай, ну что ты, ёпта? Ну давай, нахуй. Хорошо, блядь. Долбоёба. Ну что, пока тебе нахуй, блядь. Понятно, нахуй. Сука, встань. Бан нахуй, долбоебу, блядь. Ну погнали нахуй. Да ты сука ебаная. Ты хули блочишь? Ну и все нахуй, пососал хуя, блядь. 4 боя проиграли, все. 2 здесь, 1 у босса, 1 в самом начале. Что она будет делать? Где Хэлла хранит души? И что-то там еще. Понятно, нахуй, короче, все ясно. Опа, подожди. Так, этому... Так, хорошо, подожди. Здесь больше нет никакого прохода? Надеюсь. Но больше никакого прохода здесь нету. Да уж, ну, из-за того, что, видишь, они меня зажимали, собственно, было чуть-чуть так. Она должна торговаться. Нет. Чего хочет Хэлла? Что она может ей дать? Ну, чувствую, финальный босс будет еще сложнее, прям, реально. Он может отдать ей, собственно, душу. Нет, она гниет. Ничего же душа. Душа воина. Проклятая душа. Обсуждаем, обсуждаем. Я думаю, за эти с собой две серии пройдем все. Так, даже здесь нет никакого камня, блядь. Что, ебаном, блядь? А то вдруг, ебаном, блядь, есть. Нет, вроде там никакого камня даже и нету. Она может сразиться с ней, когда она станет Рагнарок. Хэлла хочет биться с ней. Блядь. Чё ты мне там пиздишь, там, блядь? Обсуждаем, обсуждаем. Так, let's go. Так, это мы с тобой прошли, а, собственно, нужно камушки искать-то, собственно. Мы сломаны. Она не сможет его починить. Она может. У нее это же получится. Поздно. Это ведь не просто сломанный мозг, да? Мама, ты учил меня смотреть дальше, и искать в мире чудеса. И искать новые пути в неизвестное.
and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow. Or to mourn so that they may avoid. Вот наш дар, наш долг. That is our gift and our duty. Я больше не отвернусь в страхе. Так, хорошо, послушаем. Северяне говорят, что боги сразятся после не битвы, когда наступит Рагнарог. Страж богов протрубит в рог, который слышим будет по всему миру, и Один будет говорить со струбленными головами мира, и даст ему добрый совет. Страны великам содрогнется от их выступающей армии. Боги соберутся вместе, и гномы покинут свои обиталища камни. Не мистые великаны придут с востока, а змей Мидгардском всплывет. Да иди нахуй, что так быстро там, бля? Рубой орденен. И приводит корабль мертвецов. Такое, блядь, такое. Короче, ребят, я не знаю, успели вы или нет, но я не успел ничего прочитать. Ну, короче, он говорит про Рагнарог. Собственно, про Рагнарог говорит. А, хуй откроем, да? Ну, понятно, блядь. Так, ну что, нам с тобой, собственно, в любом случае идти наверх, да? Ну, сюда, естественно, но есть еще выше путь. Так, там камушка. Посмотрите, где тут камушек? Должен быть. Не, нам еще туда выше идти, собственно. Туда еще выше идти. На все еще тайны богов она сможет. Конечно, не кто сможет. Что ты думаешь, нет? Ну и здесь ничего не спрятано, к сожалению. Здесь мы спускаемся, собственно, вниз, это нам не нужно. Что, значит, здесь один камень получается. Опа, это что? Подожди, блядь. Добрый вечер. Не просто так. Так, нам по-хорошему, да, будет сделать. Здесь мы с тобой не пройдем. Нам, собственно, идти туда, заново, наверх. Да, понятно, почему там эта тема есть такая. О, блин, что это еще было? Почему там туда проход идет? Ну ладно. Так, собственно. Ребята, и после финала, собственно, посмотрим с вами фильм, да, об этой игре. И я, наверное. Ну, это, наверное, на 2 или 3 серии разделю и попробую пройти игру. Найдя все вот эти камни. Все камни найду и посмотрим, что это будет. Потому что вы, может, знаете, я, собственно, нет. Вот еще один камушек мы видим с вами. Сегодня говорят, что когда придет Рагнарог, богам придется встретить корабль, полный их врагов, который Локи поведет в Асгард. На корабле будет огненный великан, чудовищный волк, который проглотит солнце и много других ужасных существ. К ним примкнет Сур со своим огненным мечом. Будут ломаться и рушиться горы, и тролли будут пойдут по земле. Люди нескончаемые вереницы будут идти по дороге в Хель, а небеса разверзнутся. Ага, вот камушек еще. Просто мне интересно, что будет, если видите, он будет беленький, видите, это, как я сразу понял, беленький — это то, что мы с вами, видите, собрали. Красненький — то, что мы не нашли, собственно. Мне интересно, что будет, если мы все соберем разом. Ну, за всю игру, да? Что-то поменяется в финале. Вот это вот очень мне интересно. Вот. Потому что, как я понимаю, где-то пропустил, скорее всего, да? Так. Ну, здесь, конечно, она не откроется, поэтому погнали сюда сразу. Поэтому я, наверное, пропустил где-то камушки, да? В любом случае. Ну, посмотрим, что будет, если собрать все камни, какой финал в итоге получится. Не сказать, что тут 2 или 3... Ну, 2 или 3 финала. И посмотрим, вообще для себя посмотрим, поменяется ли что-то, да, в финале или нет. Или по сюжету игры поменяется что-то или нет, если найти все эти камни.
Так, это у нас вот крылья, let's go. Опять текстуры вижу, ну классно, ладно. Так, ну там еще есть подъем наверх. Там еще, да, подъем еще наверх. Камушек, я же говорю, вот, смотри, камушек. Добрый вечер. Северяне говорят, что каждый бог будет биться в Рагнарок. Один раз сразится с человечным волком, будет убит, но его сын отомстит за него и вонзит свой клинок в сердце волка. Фрей сойдет с Суртом, но он отказался от меча во имя любви, потому что он будет беззащитен. Тор схватится с мировым змеем, но победителя не будет. Солнце почернеет, земля погрузится в море, звезды упадут. Огонь и вода встретятся, пар и дым затянут все вокруг, а пламя под ним поднимется до небес. И небо, и земля, весь мир сгорит, осуждаю, блядь. Все боги погибнут, и воители из Вальгаллы тоже, и простые люди. Осуждаем, блядь, осуждаем. Синуа, приготовься, ибо Рагнарок близко. Понял тебя, понял. Давайте, выходите, ёпта. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, ёпта, давай. Вот это лёгкий довольно. Чё, блядь, смеётесь? Да ну вас нахуй! Блядь, серьёзно, блядь. Не, давай на того. Где он большой? А, вот это значит. Мальчик отстанет мне. Ну это были такие лайтовые довольно. Главное, что тут топора меня там не было тут его, блять. Маба, ебать, NPC, я просто вот рот его ебал. Так, что тут? Ну, тут вот так, собственно. Так, хорошо, это мы сделали с тобой. Идем вниз по мосту теперь. Да уж. Подожди, а что это, блядь? А, ну все, все понял.
Да, ну вроде нигде камней я не пропустил, да, никакие камни я вроде нигде. Ой, блядь, добрый вечер, ребят. Понял. Бан нахуй. Добьем быстренько. Давай, ебать! Ух, ебать, это жестко. Вставай, 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 вставай. Блять, еще этого нахуй. Бля, мне надо технор видеть 100%. Поехали, мрази. Кот отходишь, ты ебан, что ли, совсем? Давайте, давайте, по чуть-чуть, потихонечку. Чего ты орешь, давай. Потихонечку, потихонечку. Там. Блять, ребята, вас слишком дохуя, нет, блять, вам не кажется такое? Блять, вас слишком много, блять, нет? Бля, ребят, вас слишком много. Блять, кто здесь? Хуена. Хуена, ребят. Хуена. Я считаю, здорово вообще. Бля, иди в пизду, мальчик, блять. Иди нахуй. Встаньте. Мне просто дожали, блядь, что ты понимал. Просто дожали, блядь. Просто дожали опять снова. Стой, 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 стой. Блок, блок. Опа. Отсосал, отсосал, отсосал. Блядь. Они просто меня зажимают. Просто зажимают. И все. Я не знаю, как с ними драться. А вот реально не знаю, блядь. Уебки ебаные, блядь. Че могу еще сказать? Нихуя больше. Короче, я думаю, надо сначала вот этих фигачить. С ножами, да, потом вот этого большого, потому что, ну, это вообще трэш. Ребят, мы проходим с вами на сложный, на самый вот максимальный, блядь. Вот, максимальный, если что, вот. Самый сложный мы с вами проходим. Ладно, let's go, блядь, чё. Они ещё сзади появляются, самое интересное, это вообще трэш, блядь. Давай, уебан, иди сюда, блядь. Начал он того. Да ты уебок что ли, блять, слышь? Давай нахуй. Тварь ебаная, блять, с щитом ебущим.
Твоя гнида ебаная, блядь. Да-да, давайте вдвоем, блядь. Давайте вообще нахуй, десятером на одного, блядь. Ебаня, хули нет. Че, на лобок не попадаешь, да, блядь? Слишком много теряю. Ну это пиздец просто. А, еще сзади, блядь. Охуенно. Это сам муторн тоже, блядь. Ты еблан, блядь. Сейчас. Давай зажимай меня, конечно, слышь, блядь. Да-да, давай зажимай, мальчик, конечно, это все, что, разозлился, да? Блять, ну давай, тварь, зажимай меня, конечно, да, блять. Такая, блять. Долбоёб, блять. Так, сзади никого, нахуй, не появилось, блять. Трэш ебучий. Охуенно. Пиздато, ребят. Я считаю это прям пиздатом. Да с ним тоже, он легкий очень. Блять, что нахуй? Я просто в шоке, блять. Встань! Все нахуй. Заебло, блять. Честно, заебал ты меня нахуй, блять. Долбоеби. А сзади никого? Только двое, да? Долбоёб. Давай, давай, я по чуть-чуть с вами буду сражаться, по чуть-чуть. А, охуенно. Ну ладно, 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 я прошел. Долбоёб, кусок нахуй. Ой, блять. А можно вот так вот его, пожалуйста, порешать? Где еще? Бля, ну благо он. Defend yourself.
Они как быстро нажило. Блять, тут джет еще. Я забыл про них. Ну, боёк ты нахуй. Дай мне всех, мне надо всех видеть. Блять, я же блок ставлю, еблан. Блять, иди нахуй. О, блять. Behind? Behind никого нет, я вот смотрю, никого нету. А теперь моя очередь, долбанец. Все, ребят, вот так надо было сделать. 5 боев, да, мы проиграли? 5. Добрый вечер, блядь. Вот в среднем, в принципе. Ух, блядь, это жесть. Что это, блядь? Мы все равно когда-нибудь. Я когда умру, а когда умрут все, конец придет даже богам. Какой стоп, блядь? Что, блядь, вообще такое? Типа зеркало или что, блядь? Это просто марля, бля, ебаная. А не, смотри, смотри, видишь? Так мы смотрим без него, видишь? Темно, а так светло там, видишь? Интересно, интересно. Интересно. Мне жаль. Но я не просил вас быть частью меня. Если не хотите умирать со мной, уходите. Пожалуйста, остановись. Ты не вернешься, если пойдешь туда. Иди назад, я тоже не могу. Теперь друг... у друга есть только мы, не оставляй меня. Все страдают. Они были правы насчет меня. Все страдают. Сенуа, послушай меня. Забудь о них. Они боялись. Как дети, которые боятся темноты. И я боялась. Они выдумали чудовище, чтобы заполнить пустоту. Полностью. Заполнен. Но от этого чудовища, блять, физу. Они сделали их настоящим. Надо чудовище не скрыться. Нет. Нет, не оставляй меня, пожалуйста. Опустоши свою душу, избавься от прежнего, ибо в ней твоя слабость, а тьма ее найдет. Чё, все, финал, что ли, блядь? Пошли потихой. Все совсем не так, как в старых легендах, не так ли? Небелородный воин после победы и славы противостоит злу. Все очерчено ясно. Но это место... Нет, оно не такое. Она будто бы знает, что станешь мужчиной внутри. Воспоминания, которые не победить, которых не убежать. О, бля, смотри! Это и есть Хель. Смотри, руны, видишь? Руны как на камнях, да? Так, как на камнях, смотри, руны, видишь? Бля, мы не все собрались с тобой, ёб, ты где-то пропустил эти... Где-то эти камни пропустил, короче. Бля, ну давай, ёб, посмотрим, в чём. Да, вон, видишь, пропустил камни. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 камней пропустил, да?
Ну, больше половины мы собрали. Одну вторую мне, одну треть не собрали. Так. Отвернись, сына. Не смотри на меня такую, не смотри на меня. Ты видишь, сына? Видишь тьму? Лики страдания, видишь? Ты видишь? Теперь я все помню. Ей больше ничего бояться. Боги спасли твою мать моими руками. Ты убил ее. Такова воля богов. Почему он сделал это с ней? Вот что станет, если слушать голоса Нижнего мира. Они проникают в твою душу, и ты гниешь изнутри. Брось вызов богам, как твоя мать, и тьма придет за тобой тоже. Ты понимаешь, сынок? Осуждаем, только осуждаем. Я понимаю. Твоё безумие, ты создал тьму. Я была ребенком. Ты создал тьму, чтобы прятаться за ней. Только сраный приносит спасение. Такова будущий богов. Но все это ложь. Ты лжец! Она не отвернулась от богов. Она отвернулась от себя. И ты убил ее. Ты не молилась богам, ты молилась на свою мать. Твоя мать тоже была слишком слаба, чтобы сражаться с тьмой, она бросила тебя. Она тобой измучена, ты убийца, ты и есть тьма. Чё ебать? Let's go, чё. Ритуалы, год одиночества, боль, которая по-прежнему преследует тебя. Кто был единственный, кто бороться с проклятием, лежащим на тебя. Обсуждаем, обсуждаем. Ты лжец. Тьма внутри тебя, она тебя уничтожит. Ты лжец! Нет, Тина, тьма здесь. Хочешь, не хочешь, а это так. И она будет смотреть на тебя в тот миг, когда ты спустишь дух. Ты не убьешь меня! Ну давай, блядь, let's go на. Ой, блядь, долбоёб.
Бля, музыка, да, прикольная. Атмосферненько сделана. Ой, бля, тут двое этих, бля, долбоебов. Так два таких, если что. Добрый вечер. Я диспетчер. Давай, долбоеб. Бля, слишком жестко, нахуй. Очень жестко, хуйня. Вставай, 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 вставай! Бля, их слишком много. Их слишком много, блядь. Вам не кажется, их слишком дохуя, блядь, нет? Бля, их слишком, ребят, много, слишком много. Опа, нахуй. Бан, ебать твой рот. Поехали, нахуй. Сейчас щитом надо ебашить. 100%. Он очень, очень муторный, блядь. С щитом, щитом ебаших. Ой, блядь. Добрый вечер. Ну давай, блядь, еблан. Мне главное их видеть. О, блядь, вставай, 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 вставай! Уходи, уходи, опа, 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 опа. Блять, уходи, 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 уходи просто. Просто уходи, 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 просто уходи, уходи от них. Блять, уйди, мразь! Отстаньте от меня! Так нечестно, нихуя, блять. Вас много, а я один, блять. Погнали, вот этого ебашить. Маленьких нужно ебашить тоже очень много. Так. Так, сколько их тут? Два осталось? Ну, а с этим разберем. Бля, еще один такой появился. Меч такой нормальный, такой хорошенький меч. Я вижу насквозь тьма. Ты лжец. Ты убийца. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Что мне здесь делать? Посмотри на себя. Ты вижу вперед, надвижешь назад, все глубже убежда в своем кошмарном прошлом. Поиски делен, это ошибка, на самом деле убил его такая же ошибка. Блять, еще одна эта хуйня. Я буду спасти тебя от себя самой. О, блять, ты все еще веришь, что это ложь? Убийство делено северянами. Ты сама это все видела. Ты сказал всем, что они тебе поверили. Не я тебе поверила. Скажи мне, Сенова, где же тогда душа Дилина, если тьма — это ложь? Как ты его спасешь? Он здесь. Я знаю, что он здесь. Дилиан, я знаю, что ты здесь. Держись. Я найду тебя. Чего, блядь? Они не дохуя вы не хотите, ребят?
Долбоёб. Ха-ха. Тасал, тасал. Я с тобой дрался уже, ты в курсе? Только другим мечом, блядь. О, блядь. Добрый вечер, нахуй. Вставай, вставай. Ай, двое еще. Встань, встань. Тихо, 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 тихо. Блять, их слишком много. Что за хуйня-то, ребята? Блять, тот теперь на меня нападает. Идите нахуй, отъебитесь. Бля, вас слишком, ребят, много. Слишком много, ребят, вас слишком. Отстань, отстань, все, отстань. Встань, встань. Пизда тебе нахуй. Долбоёб, блядь. Ой, блядь, это было больно, кстати, ты в курсе нахуй. Блять, еще этот нахуй, да ну его пизду, блять. Серьезно, блять. Ну, видишь, стоит пока что он стоит, потому что это будет совсем несчастно. О, блять, понятно, ребята. На что гораздо, блять. Прикинь, от двух надо уворачивать сразу же. Блять, еще этот, я ебаный ваш рот, ребята, блять. Иди ты нахуй, ты, блядь, ворона, ебаная, блядь. Дайте мне вас по одному и заебашить. Он один, да, все остался, блядь. Давай, 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 давай. Да, самый муторный, блядь. Блять, опять это он нахуй. Снова ты, блять. Понял. Отсосал ты, долбоебик, друг. Не просто превращаются в кого только могут, блять. Кого хотят превращаться, прикинь, блять. Ну это пизда просто, блять. Ой-ой-ой-ой-ой. Где он? Где он? Ты снова хочешь вынуть меня? Я знаю, что он здесь. Ты забрала его у меня. А он у тебя. Дилиана больше нет. Дилиан мертв. Пусти его. Ой-ой-ой, ребяточки, а вас не дохуяли? Вас не дохуяли, блядь? Вас не много ли? На один квадратный метр, блядь. Опа, она просто надо уворачиваться. Поехали. Ой-ой-ой, долбоёб, ты чё тут забыл, нахуй? Да иди, блядь, встань! Встань! Так, сначала поехали этого, блядь, этого порубим. Маленько порубить быстренько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Встань, 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 встань. Все, уходи. Переключайся на других. Бля, как теперь между ними переключаться? Бля, встань, 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 встань. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько. А вот он, вот он. Блять, стой, ты ебаная! Сука, встань!
пососали в хуя, блядь. Отсосите, блядь, отсосите все. Пососешь, блядь, а что так жестко-то? О, все, 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 вижу, вижу, вижу. Наконец-то вижу, блядь, здесь все нахуй. Как, можно вот так просто порубить быстренько. Потно, 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 очень потно, очень потно, очень потно, очень потно. Блять, сука ебаная, за что нахуй? Так. Очень потненько пока. Ну тут остались полупокер, блять. Полупокер остались, да. Это хорошо, наоборот. Вот это он долбоеб тоже срочно вот эти херачит, блядь. Своего же хуйнул, нормально. Хорош. Блядь. Блядь, опять полупокеры здесь, да, блядь? Можно их всех видеть. Ой-ой-ой, блядь. Встань, 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 встань. Давай, вставай! Сука, встань! Не лежи, как тряпка, блядь. Блять, пиздец просто ебаный. На его, соси хуй. Блять, да за что ты, тварь, меня-то на. Все, пизда вам. Пошла пизда по кочкам. Надо этих маленьких захуярить, 100%. Бля, ребят, вас слишком дохуя, нет? Мне кажется, что слишком много. Чем они снова респавнятся, видишь? Снова респавнятся, им похуй. Блять, ты заебал меня. Бля, я от него отворачиваюсь, все, мне теперь. Блок, 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 блок. Уходи, уворачивайся. Уворачивайся, дура! Дура, уворачивайся! Блять, да что это за бред-то? А как мне их победить? Как? Тут такой у нас с вами финал. Охуенный, блядь. Спасибо, блядь. Бля, кучку долбоев набрали, блядь, против. Ну, конечно, ему, да. Только мечом можем, блядь. Ну, конечно, блядь. Все, что ли, ББ? Тут такой финал. Ребят, ну я как мог, так как старался, так и мог. Такой финал у нас. Интересно, можно было это избежать или нет? Или там вообще... Они просто респаунились, чтобы вы понимали. Просто респаунились.
Если это ложь, нет тьмы, значит, ты не отнимал его у меня, правда? Я не могу спасти Дилана. За ним обидом я стопил, я как мог уворачивался, что мог делал просто только так. Она просто меня стопила вот эту тему, вот эта тема, которая сейчас стоит, тем, которая сейчас стоит с мечом ее, с мечом. Тьма, не тьма, вот она просто стопила меня, и все. Все. И ты хочешь, чтобы я в это поверила? После всего, что ты сделал со мной? С ним? Нет, ты не ложь. Но ты лжешь. Ты не проникла в меня, чтобы смущать и путать меня. Но я знаю, что он здесь. Я знаю, что он у тебя. Ебать, жесткий финал. Но она специально вступила, но я думаю, это сюжетная тема. Я отдам тебе свою жизнь. Ты ведь хочешь этого? Мою душу? Возьми ее. Я буду твоей рабой, твоим воином. Я буду биться рядом с тобой, когда настанет Рагнарок. Если ты его отпустишь. Жестко. Это финал такой. Но если нет, тебе придется убить меня, потому что больше у меня ничего не осталось. Ни страха, ни ненависти. Недолго. Ничего. Блядь, такой финал. Атмосферник. Примерно как кинцо, да? Как кино смотрим. У тебя нет надо мной власти. Или мы просто проиграли, блядь, или я просто проиграл, нахуй. Мне кажется, я просто, блядь, что-то не так сделал, как будто бы. Я научился, хотя с большим трудом, все равно не бояться смерти. Потому что жизнь без утрат — это жизнь без любви. Если отвернуться от смерти, то увидишь только тень, которую она отбрасывает.
Чем больше от нее прячешься, тем длиннее становится тень. Пока она не покроет. Не забывай, как ты смотрел на меня, на мир ребенком, Синоа. Каждый синий лист — картинка. Каждое плывущее облако — живое. Каждый день — новая история. Мы тоже происходим из этого волшебства, как волна исходит из океана, а потом возвращается в него. Чего, блядь? Кого? Прощай, любовь моя. Чего нахуй? Кого? Что же за переход был жесткий такой? Не печалься о волнах, о листьях и облаках. Красота и чудо мира никогда не покидают нас. Даже во тьме. Они всегда рядом ждут, только куда их увидят вновь. Здесь это когда-то началась моя история. Здесь она и должна закончиться. Потому что дальше я не могу идти. Пойдем с нами. Это еще не последняя история. Ну, это понятно, на продолжение. Друг мой. Иди с ней. А кто с ним разговаривает за кадром? Теперь ты станешь очевидцем этой истории. А, да ладно, прощай. Типа она и убила в итоге? Суждай, конечно. Да тьму победила? Не, ну понятно, что у нее кукуха и того самого, с кукухой того самого. Это понятное дело, что так написано было, что будет все на этом основано, да? Что, типа, переплетено будет все это дело. Это финал, ебать! Того рот. Мурашки по коже были. И есть сейчас. И интересно, очень интересная игра. Бля, честно, она как фильм реально. Ну, просто как будто посмотрел фильм. Вот. Просто посмотрел как будто фильм, знаете, и все реально.
ну, с какими-то, да, такими нотками игры. То есть, в любом случае, игра остается игрой, да, там нужно ходить по локациям и так далее, но по факту, если взять просто вырезать отдельно касцена, да, вот, то вот по факту как фильм можно вообще, как нечего, как фильм реально позиционировать. Интересная игра, очень атмосферная, очень классная. По сюжету я понял, короче, только то, что она сражалась с собой, сама с собой, короче, все. Что она сражалась с собой самой, типа, своими вот этими страхами, гневом, короче, со всем, что у нее происходило внутри. Плюс к тому же здесь изображено очень много, как сказать... Ну, немного, но парочку я заметил психических расстройств, да, болезнь. Вот, как биполярка, не биполярка, то, что она в конце сказала, типа, вот, я буду с тобой сражаться, потом такая, а, нет, это мной не властно, то есть это перемена настроения и тому подобное. Хотя, может, я ошибаюсь. Игра, в принципе, интересна, очень атмосферная игра. Не знаю, ребят, это была плохая концовка, хорошая концовка. Это мое прохождение, вот такая концовка у нас, да, у нас с вами на таком прохождении, да. В данной игре, прохождение вот данной игры, вот такая у нас концовка с вами получилась. Вот, советовал бы я играть? Да, конечно, поиграйте. Вот, очень быстрая игра. Мне не хватило, знаете, чуть побегать по локациям, чуть-чуть, знаете, более раскрыть персонажа. Мне не хватало этого, чуть побольше посидеть в этой игре и поиграть. Она очень короткая довольно-таки, да, то есть, но очень интересная, очень захватывающая, очень атмосферная. Мне очень понравилось. Прям классно. Перепрошел бы я ее? Конечно, перепрошел бы. 100% перепрошел бы когда-нибудь эту игру. Вот. Классная игра. Классная. Реально классная. Побольше вот таких бы игр, а не просто инди каких-то и тому подобных проектов. Больше вот таких бы атмосферных, классных игр с идеей. Очень классный. Вот и все. Как я понял, идея одна. Не зацикливайся на своих страхах, да, на своем, на своих переживаниях. Проходи через них и отпускай их. Вот и все. Ни на чем не зацикливайся, как я понял смысл. Пишите в комментариях ваше мнение об этой игре. Такое вот такое прохождение было. Спасибо вам, что вы были со мной в этом путешествии прекрасном. Классная игра, повторюсь. Вот. Но повторю, но дополню еще тем, что будет доп-серия. 100% будет доп-серия по тому, что будет, как изменится сюжет, если мы соберем все вот эти камни, да, то есть все мы их откроем, вот эти камни, да, все вот эти руны откроем. Как поменяется финал этого или сюжета, не знаю. Посмотрим. И посмотрим, как раз, есть ли тут вторая концовка или нет. Вот. Спасибо еще раз за просмотр. Спасибо, что были со мной в этом путешествии. Ставь лайк, подписывайся на канал. Тебе не сложно, мне приятно. Спасибо заранее, кто это делает. Тебе не сложно, мне приятно. Это поддержка мне огромная, да. И тем самым я мотивируюсь от вашей поддержки делать что-то дальше, да. И еще раз на разный контент. Вот. Как-то так. Спасибо еще раз за просмотр, ребят. Увидимся в следующих играх. Давайте. Бля, пизда-то играю.